И всем привет, с вами я, Александр Сачков, и микрофон это тоже я, и монтаж делаю тоже я. В общем, вы меня знаете по другим видео, которые я снимал от Нубаса, и сегодня мы опять играем в Warface. Это наша пятая часть нашего, ну, так сказать, прохождения. Также ждите прохождение Battlefield 1. Это будет круто. В общем, сегодня мы будем играть, тащить, не тащить. Сегодня мы опять играем в Blitz игру. Давайте играем мы за штурмовика. И я играю опять же без читов. Кто-то говорит, что я играю с читами во все игры. Но после того, как меня забанили за вакбан в CSGO, я больше не играю ни в какие игры с читами. Поэтому вот как-то вот так вот. Ну что я могу еще сказать? Ну, так. В общем, сейчас загружаюсь и все. Сейчас сыграем. Вообще монтирую я офигенно как долго все видео. У меня все видео от 60 FPS. Так что вот все настройки у меня от HD 1080 у меня. Все видео. То есть вообще качество у меня 100%, так что вот. Может лагать, может не лагать, я не знаю. Это все монтирует у меня в Sony Vegas Pro 13. Я не знаю. Вот сколько я программе пользовался, все они какие-то одинаковые. Все как-то неправильно что-то монтируют, и только качество неправильное получается, понятно? Так. Итак. Это видео тоже особо монтировать не буду, так как я просто буду рассказывать о том, как я играю. Так, бежим, убиваем в хэдшот его. Так как у нас перчатки элиты, мы спокойно можем убивать врагов всех. Так, так, твою ж мать. Так, блин! Ну как так-то, блин? Ну что ж такое? Ну почему? Так, ладно, у меня сейчас сетевая атака просто, ладно. Так. Так, у меня антивирус Касперский есть, что, ребят? Ладно, все, ну... Наши обезвредили бомбу, так что все нормально. Кстати, ребята, у кого еще есть сетевые атаки из-за Warface, пишите в комментарии, может у меня такого ни одного. Я долго читал про это, но ни у кого не нашел такую проблему. Я не знаю почему. Но это именно от Warface у меня почему-то. Я правда не знаю почему. Убиваем в хэдшот. Ну не в хэдшот, ладно. Там как получится. А здесь в хэдшот. Я молодец, просто. Ну, не попал, ладно. Там все равно. Все равно только первый раунд, как бы, не самое главное. То есть, я все равно двоих убил, и нормально. Проиграли, потому что команда у меня. Там 8 человек, а у нас только 6. Ну, это как-то неправильно. Ладно. Играем дальше. Кидаем гранату. Бежим дальше. Вот если бы были еще ботинки элиты, было бы вообще идеально. Так. Я не знаю, кто-то играет в Warface там, я не знаю, с другими людьми, кто-то еще с чем-то. Я не знаю, мне такие вот видео не нравятся. Там кто-то с сестрами играет, кто-то с братьями. Это с младшими там, я не знаю, со старшими. Я не знаю, кто с ним еще играет. Я не знаю, я так не играю и никогда не буду играть, потому что... Я играю сам, поэтому мне интереснее так. На этот аккаунт я никогда не донатил. Не то, что на первый. Кстати, мой первый по-другому называется аккаунт. Так, который я их уже убил, то есть вот так уже круче. Ну, видите, чтобы затащить, нужно всего лишь вот как-то так поиграть. То есть не надо там, опять, смотрите, вот раунд начинается, и мне сразу сетевая атака. Я не знаю почему. Я менял антивирус, и уже все равно сетевая атака идет. Я не знаю почему. Бежим. Целимся. И убиваем. Ах ты, тварь. Попало в меня. Ладно. Сейчас у меня броник подкачается здесь. У меня же элитная все-таки штука. Твою ж мать. Скотина. Так, окей. Ладно.
Ладно, давай-ка. Там кто-то бегает, я не знаю. Кто может так бегать? Там уже все ушли. Я остался почти что один в команде, ладно. Ладно, у меня 6 убийств, у меня 7. Но я почти что на первом месте. Ну все, я не добегу, я не успею. Там уже, наверное, не. Нормально, чё. Ну все, ну ладно. Не все так просто. Ладно. Ну не убил я, ладно. Все равно мы победили. Я просто задержал его на какое-то время, поэтому... Поэтому мы затащили. В общем, если бы я его, не знаю, не задержал в этот момент, возможно, он убил того и обезвредил бомбу. А это неинтересно. Так. Так. Лезем, лезем, лезем. Фу, я думал, там враг будет сейчас. Нет, никого нету. Ладно. А почему так лагает игра, я не понимаю. Вот именно вот это... Вот игра у меня лагает. Никакая другая игра у меня не лагает. Только вот эту. Я не знаю, почему. Может, какая-то есть проблема. Я правда не знаю. Кстати, наверное, будет стрим по... Warface, но это, наверное, вряд ли. Хотя хрен его знает. Все возможно, ребят. Я затащил. Yes! Да! Вы это видели? Я затащил! Без монтажа! Ура! 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 Yes! Да. Вот, ну не первый раз такое, но мне нравятся такие моменты, когда я последнего убиваю тоже. Ну, реально круто. Порадоваться вообще за себя. Блин, а вот этот вот момент мне не нравится. Вот этих, вот смотрите, сетевая атака, я не знаю почему. Вот в каждом антивирусе вот так. И именно в этой игре. Если вы это, конечно, видите. Ладно, продолжаем играть. Что у нас там дальше по игре? Ну чё, медиков нету, чё дальше играть-то? Тут же нельзя знак воспользоваться. А у меня один знак только остался, ладно. Окей, давай, тащите, ребят. Они все смогут сделать. Они молодцы. Да, немного они не тащат, но... Я только что затащил раунд назад, так что... Это ожидаемо. Ну все, ну... Они не ожидают того, то, что они... Сейчас я, короче, убью. Ну, они просто не ожидают. Этот просто сидит. Ему вообще пофиг на все. Ну, смотрите, он даже играть не хочет. Он даже на самом последнем месте, ребят. Он просто не хочет играть, все. Он сидит, типа, снайпер, но... Нифига. Вот он должен разминировать бомбу, а он этого, ну, не делает просто все. Поэтому мы все проигрываем. Не знаю, мне такая команда не нравится. Надо его выгнать нафиг отсюда. Спасибо, что ты проголосовал. Молодец. Я туда больше не побегу. Я посижу здесь где-нибудь. Ага, хрен. Чуть меня не убили. Вот момент, когда меня сейчас должны были убить, меня не убили. Это просто офигенно. Мне нравятся такие моменты. А еще мне нравятся моменты, когда я вот так тащу. Фу, чуть не убили меня. И, наконец-то. Ну, твою ж мать! Ну, почему? Почему? Когда не надо мне... Спасибо. Блин, да ты твою... Ну, почему вы такие косорылые? Я не понимаю. Почему так сложно попасть? Ну, почему? Да вообще, ну... Так... Команда. Вообще, вот это вот, который 7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-7-7-7-7. Ну, он тупой просто, я не знаю, ну, как так можно играть, я не знаю, никого не убивая.
Ну это реально и так невозможно. Да твою ж! Да как так? Вресни! Мед! Медов нету. Да, команда просто офигенная, ребят. Вот мне нравятся такие команды, которые нифига не делают. Ну просто, зачем играть? Зачем что-то там делать? Стой там кемпери и все, жди игроков. Они там будут выполнять какие-то миссии, время будет заканчиваться. А, ладно, мне пофигу. Типа, кто им затащит? Ну, я не знаю, я один тащить не могу. Есть такие кемперы, которые просто сидят там, где вот в бассейне там сидит этот парень. Он просто убивает меня и все. Ну, что там? А команда вообще ни медов, ничего нету. Ну, с такой командой даже играть неинтересно. Вот никто такие вот слова не скажет из ютуберов, кто снимает Warface. Ну, это реально, я туда не пойду, нет. Потому что он опять меня убьет. Это просто смысла нету туда идти, если он все равно меня убьет. Ну, просто нет смысла. А вот так вот реально круто. Твою ж мать! Да когда ж ты сдохнешь, тварь? ХПшка. Да почему вы все там, а они на нашей респе? Я не понимаю. Как такими можно быть? Я не знаю, ну что за команды? Я столько потратил на этот костюм, блин. И нифига. Вот толку от костюма нету. Ну просто команда. Дело не в костюме, дело не в тактике, которую там человек придумает там что-то. Хоть он всю команду затащит. Ну, главное, командная игра. Но они не играют, понимаете? Ну, просто, ну. Они не играют нормально, как надо. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Подписывайтесь на канал мой Нубас 2. И, в общем, вот как-то так. Заходите на nubas.usait.pro. Там интересные новости о новых видеороликах, которые выйдут на моем канале. Ну что ж, ну, на этом, наверное, все. В общем, так, вот, у меня принадлежит снайпер выпал. В общем, как я уже сказал, всем удачи и всем пока!